Короче, всем привет, с вами я, Денис Геймерс, и это, короче, сейчас у нас экстренное включение. Короче, в общем, опять фанат МЛП вернулся и записал опять какое-то обращение непонятное. Кстати, фанаты МЛП канал основной уже забанили, но это другой фанат МЛП, который вот так вот он написал. И, короче, он вернул себе свой канал, я не понимаю зачем, но люди его продолжают хейтить, прикиньте. Вот. Вот его хейтят, его Killer Play хейтят, 358, Kevin RBLXUT. Если вы, конечно, смотрите это видео, то посмотрите мое обращение до конца. Я уже специально сделал для него обращение, мини-обращение на этого хейтера, фаната МЛП, можно сказать. Он мне написал видео: «Ты кринж, я снимаю лучше тебя». Ну, конечно, конечно, снимает он лучше. Он снимает только кринж. Какой он лучше даже снимает. В общем, смотрите видео и слушайте вот это вот гнилье. Всем привет, с вами я, легендарный король Ютуба, фанат МЛП, и у меня для вас очень плохая новость. Мой основной канал забанили, я не знаю за что, но это 100% тупые хейтеры. Так, обращение к тупым хейтерам: вы зачем, суки ебаные, забанили мой основной канал? Ну все, вы напросили нахуй, теперь я буду грабить по 20 хейтеров за ночь. Ждите, сучки ебаные, и только посмейте мне написать один плохой комментарий, того я ограблю. И теперь обращение к Ютубу: слышь ты, Ютуб, зачем ты забанил мой основной канал? Теперь я тебя ограблю. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Ладно, всем пока. В общем, я просто угарнул с этого слова. Чё он там сказал? Ограбит подписчиков и ограбит Ютуб. Он, кстати, еще сматерился. Я это даже увидел. Я просто в шоке. Я до этого уже записывал обращение на фаната МЛП. Если кто не видел, то вы можете сами посмотреть. А это другой фанат МЛП, который записал. Чё это за кринж, боже? Че он там сматернулся? Он просто матом покрыл всех, просто покрыл хейтеров, то есть подписчиков, которые ему ничего не сделали. И, короче, ему пишут вот-вот, видите, что ты позор Ютуба, кринж, я снимаю лучше тебя, а ты... Да уж, капец. Боже, боже, капец. Просто ужас, я бы так сказал, просто ужас. Еще тот написал: самый ужасный канал в мире. С тобой я согласен, Killer Play 358. В общем, ребята, это просто полный кринж. Я вообще не понимаю, что это такое вообще. Боже, фанат МЛП, если ты смотришь это видео, то как ты ограбишь? Как ты ограбишь? Я не понимаю, где ты там собираешься ограбить YouTube. Ограбить YouTube никак невозможно. И подписчиков тоже не ограбишь, понимай, ты просто бессильный человек, фанат МЛП. Знаешь, у меня есть для тебя идея получше. Иди в мусорку залезь и себя ограбь. Вот так я тебе скажу. В общем, вот такое вот обращение на фаната МЛП, которого я записал. Если вам оно понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Всем удачи и всем пока.